have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы путешествуем по дикой планете. Сейчас произойдет загрузочка. Вот. А сфига у меня задание вернуть свою добычу? Я же в прошлый раз... Нет, спасибо. Так, новой почты у нас нету. Знаете, вот этот момент, когда такой смотришь летсплейчик, и тут такие родители заходят, а тут такие звуки из летсплейчика. Вернуть свою добычу... Зачем? Я же вроде как... Хотя... Ага. Исследовать башню. То есть, все, все три источника мы включили. Все три этих у нас... Я почему-то сейчас на секундочку испугался, что у нас прогресс не сохранился с прошлого раза. Сколько там метров до нашей добычи? Вроде немного. Девяносто туда. Нет, знаете, я схожу за своими ресурсами. Сюда-то мы с вами в любом случае дойдем, придем. А вот ресурсы добывать довольно... Блин, только не говорите мне, что они на другом острове сейчас. Да, они не здесь. Хотя... А, нет, 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 все нормально, они здесь. Просто стоило за ними сходить. А, углерод, кремний, да, да, оно того стоило. Хотя мне казалось, я в прошлый раз их подбирал. Может быть, это из-за того, что мы начали бежать к тому испытанию от другого портала, и поэтому у нас не были подобраны эти ресурсы. А, так, мне нужна, наверное, вот это будет электрошпунька, что ли, чтобы войти, хотя я не уверен. Тут, ребята, вы красавцы, конечно. А тут, кстати, других... Хотя, может, не нужно. Посмотрим сейчас. Почему мне хочется нажать F5 сейчас, ребят? Просто вот... Там что-то страшное было внутри. Комната управления башней. Крутяк. Круто. И чем мне теперь с этого? Ух ты. Ты хочешь, чтобы я вышел отсюда? А мне вниз не спускаться? Ладно. Мы в прошлых сериях выучили, узнали о том, что... В смысле, ты хоть... Это же не наверх башню мне показывает, надеюсь, что нет. Нас научили тому, что здесь есть места, которые потом... Он мне на портал, скорее всего, ведет. Из которых мы потом не можем выбраться. То есть я теперь не буду особо прям рисковать, так... Ты хочешь, чтобы я на Джавелин вернулся? Чё ты хочешь от меня? Нет, не на Джавелин. А куда? Сломанный мост. Почему-то я... Да, у меня были такие подозрения. По-моему, между сериями, когда я искал ресы, я сюда приходил. Вот. И здесь довольно багованный проход. Нам туда? Да, нам туда. Вот, я пытался... Ну, как бы не пытался, я туда добрался. Вот, по вот этим пропрыгал туда. Там, естественно, ничего не было, потому что тогда еще не было ничего не активно. Вот, но я тут пару раз подох, потому что здесь довольно косые переходы. Блин, сейчас попробуем еще раз. Вот типа вот этого сейчас, кнопочка F мелькнула буквально на... И видите, меня не вытаскивает дрон, меня просто убивает на месте. Welcome back.
Это очень криво, потому что кнопочка F мелькнула буквально на полсекунды. Я ее там... Заткнись. Я ее спамил как только мог, но все равно вот она не срабатывает. Такие вот мелкие досадные косячки. Они довольно часто ломают весь экспириенс от геймплея. Ну вот опять, ну я не знаю, в чем прикол. Я сейчас тут еще несколько раз сдохну. Давайте я сейчас доберусь до туда, я ему продолжим, ребят, хорошо? Каким-то чудесным образом это произошло. И спустя еще сколько? 6 смертей я добрался сюда. Там, ну это просто плохой дизайн уровня, к сожалению. Ничего более этого. Это не сложно, это просто криво. Наверное, это будет... становится моей частой фразой за последние несколько серий, но почему-то это так. Очень жаль. Вначале эта игрушка была просто суперская. Ну, как бы, она мне до сих пор нравится, и мир этот мне нравится, и, собственно, персонаж мне нравится. Немножечко перебор с... ну, это немножечко не мой стиль чувства юмора, который здесь, хотя это все равно смешно. Вот эти вот мелкие косяки, которые превращаются в большие проблемы, очень жаль, они портят впечатление от игры очень сильно. Вот эти недолеты, вот эти вот косые вещи с теми же испытаниями в позапрошлой серии. Мне очень сильно пришлось побегать, не потому что они сложные, а потому что все криво. Ну вот, сейчас вот этим мостом было то же самое. Влажный вестибюль. Звучит как влажные мечты. Внутри шпиля. Что, у нас драка в лифте будет? Я не сразу понял, что это разговор происходит, и я поздно начал читать, черт побери. Черт, а чего вы от меня хотите? Это какой-то очередной... Привет. Это очередной босс-файт какой-то будет сейчас? Я вот так понимаю, что мне все-таки вниз куда-то. Я просто хочу осмотреться немножечко, что здесь происходит. Честно, вот сейчас жутковатенько так. Типа, что за фигня? Ну, судя по тому, что здесь есть вот эти штуки, то я потом когда-то смогу из этого выбраться. Может быть. Блин. Да, я могу из этого выбраться. Тут эти ребята электризуют потихоньку. Черт, я сделал что-то, не подумав, да? Такое бывает. Вот, вот это сейчас было, вы видели? Он языком явно ударил гораздо дальше, чем то место, в котором я находился. Да, я понял, мне эти штуки разбивать надо. Ну, по крайней мере, одну. А где остальные, я не знаю сейчас. Мне ниже еще. Так.
Нет, такие штуки мне не надо бить. Я бы на самом деле увеличил бы себе обойму. Я так понимаю, что это можно было бы как-то... Ой, ох ты ж, здравствуйте. А ты кто такой? А... Вот это можно было отсканировать, да? Ай! А, это фонарик. Блин, я забыл, что они здесь есть уже. Вот это можно разбить, вижу. Блин, ему это не нравится. Вообще, с фонариком должно становиться легче. Но с фонариком становится только жутче. Почему-то. Я не ощущаю себя в безопасности. Так, хорошо, треснутые резервуары можно разбивать. Не треснутые, нет. Хорошо, я вас понял. Так, все, дайте мне выбраться отсюда. Где у нас там были... Не-не-не-не-не, я вас понял. Где вы... А, тут нет зацеплялок, мне просто нужно вылететь отсюда. Да. Окей. Да, треснут... В треснутых резервуарах находятся всякие вещи. Хорошо. Значит. Потому они так и блестят. А мне это все нужно как-то запитать. Давайте посмотрим, будет ли эффект от того, что я это сделаю. Нет, эффекта не будет. Тогда. Это все хилки, кстати. К чему вы меня так готовите? А, так, стоп. Journal, что вы от меня хотите? Исследуйте башню, найдите семя планеты. Так, задание отслеживать. Ну, да. Но только моего не... Моего отс... Оно отслеживается? Отслеживать, да. Следуйте башню. Не, ну я-то тут что-то, конечно, делаю, все дела. Да ну вот! Спасибо, ребят, спасибо. Я оценил. Вот нажал F. F нажимаю, блин! Спасибо. А, оно просто сейчас не выдвигается. Минуточку. А сфигали. Оно так... Зацепись! Так, секрет поблизости. Окей, я за него чертовски рад. Здесь? Секрет поблизости, кстати, именно здесь. Так, да, обычные капсулы мы с вами трогать не можем. Тут минералы, окей. Это секрет или... Ну, это алюминий, в смысле, а не минералы. Секрет близости. Блин, тут просто куча этих поврежденных контейнеров. Ну, пойдемте разбивать, я не против. А вдруг это то, что нам нужно? Так ведь? Там взрывчатка, тут жизни. Вон, там вход какой-то.
Надо туда, наверное. Так, тут... О, там минералы опять же. Вот эти штуки мне не нужны. Похоже. Оу. А вот и электроштука, которая... Угу. Все, отлично. Вон мне в ту дверь, я так понял, да? Сейчас я еще раз просмотрюсь, присмотрюсь. Она не закрывается? Это в чем прикол? Воу-воу-воу! Блин, прямо в лицо прилетело. Больно, между прочим. Углерод надо забрать. Стоп, а что я здесь делаю? Ага, вот что я здесь делаю, понятно. Спасибо. Это третье. А сколько их всего будет? Тут зачем-то есть вот это же... Понятно, зачем оно тут все. Все, 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 я все понял. Где? Свидание, я пошел отсюда. Хорошо. Так, хилочка. Тут все пятое. Короче, три штуки я эти разбил. А сколько их вообще узнать бы? И... Угу, угу. Может, такие двери еще где-то будут? Сейчас посмотрим. Секрет поблизости. Просто круто. Ага, ага. Значит, все, что можно разбить, я, по-моему, кстати, поразбивал. Сейчас мы еще глянем. Вот. Я пока не до конца вдупляю. Блин, у меня третьих не хватает. Да, спасибо. Эти ребята чуть что прибегают, начинают током фигарить. Зацепись, да зацепись же! Ох ты ж. Ёшкин ты батон. Ладно, возможно, мне сейчас нужно будет, в самом деле, сейчас этим электричеством запитывать каким-то образом. И за счет этого подниматься, я не уверен, но возможно это так. Да-да-да, я могу так тоже. На... А, подняться я могу, да, хорошо. Секрет поблизости. Туда же не... Нет! Фух, блин. Да не могу зацепиться. Так, туда мы ходили. Я не думаю, что убийство этих ребят мне что-то дало, честно скажу. Так. Там ничего нету, да? Ну-ка, пойдемте. Нет, там просто. Так. Секрет поблизости. Я тебя понял. Здесь просто дверь. Здесь ничего нету. Там была дверь единственная, поскольку, наверное, в которую мы могли войти. Поэтому так получилось. Хорошо. Давайте тогда здесь на минуточку остановимся. Я-то, кстати, ребятки, что не заметил. Я же говорил, что сколько их может быть? 3 или 4. Каждый раз платформа опускалась все ниже и ниже. Я вот сейчас только это заметил, когда осмотрелся без записи. Мне стало интересно, как, что. Поэтому... Выходит, что я зря здесь как-то сверху зависал все это время. Надо было просто повнимательнее быть. Не знаю, не знаю. Я, возможно, я просто немножечко уже подустал от этой игры. И причем на входе он мне такой говорит 46%. И мне вот сейчас интересно. Это мне... И это я только сейчас половину прохожу. То сейчас будет, наверное, какой-нибудь там третий или четвертый, не помню, честно говоря, босс. Ну, я практически уверен, что босс будет. Блин, наверное, надо было хпшки отрегенить себе. Най.
Когда скорость, которую мы не прогнозировали. Кризисы усиливались и усиливались, скорость, которую мы не прогнозировали. Наши лидеры были решены проблемы. Блин! Наши планы развалились так же, как и наш мир. Меня что-то атаковать будет? Вот это я убить могу или нет? По-моему, урон прошел. Может, я, кстати, ошибаюсь. Вон та штука, которую мне нужно грохнуть. Ага, сюда можно семечку прилепить. Там есть еще что-то. Вот. Да не тряси. Это можно взорвать. Блин, я сейчас так вниз каждый раз опускаюсь, и у меня такое ощущение, что... так, дружище. Давай мы тебя лопнем. Говорю, у меня такое ощущение, что нам придется как-то потом скоростным способом вверх драпать, не? Если это будет так, то это будет не очень приятно, потому что вот эти штуки крайне нестабильны. У меня такое ощущение, что где-то есть секундочка, вот, когда урон им проходит. Так, хорошо. Эту штуку мы разбомбили. Значит, надо спускаться. Но вот видите, какой-то первый выстрел по нему проходит. Я не знаю, как это работает, короче, сейчас посмотрим. Тут, видимо, опять же нужно сейчас будет спускать лифт, да? Так, вот эта щупальца, она куда идет? Их сколько еще? Их еще две. Я понял, то есть на каждый уровень нужно будет, чтобы спуститься дальше, нужно будет разбить три таких щупальца. Кто там мне не рад? Их нужно шоком бить, это я помню. Хорошо. Значит, еще одна такая фигня осталась. Давайте посмотрим, куда она идет. Она идет куда-то наверх. Как я могу подняться наверх? Вон там я могу подняться наверх. Да-да-да, секрет, хорошо. А, вон... Ай! Вон она туда идет, я заметил. Надо подхилиться! На самом деле не смешно, надо подхилиться. Да, знаете, ребят, куда можете со своими секретами сходить? Где семечко? Мне семечко нужно, вот. А. Смешно, блин. Ребят. Может, не будем? Тут секрет поблизости, говорят. Может, не будем ссориться? Блин, мне... Мне бы отхилиться, на самом деле. Знаете что? Ребят, погодите. Блин, зачем я семечко выкинул? У меня есть гениальная идея. Погоди. Мне на самом деле туда.
Так-то по-хорошему. Блин. Ребят, мне с вами даже ссориться не надо. Мне это... блин. Я бы хилку подобрал, но я сейчас подберу себе еще взрывчаточки вот этой. Наверное, подберу электричество. Оу. Чувак, как тебя расквасило-то? Да, потому что мне их не хватало. И теперь я бы, наверное, сходил вон туда за хилочкой. Более-менее стал понятен порядок всего того, что здесь происходит. Почти что. Это меня даже не полностью отхилило. Да вы чё? Ну хорошо, по крайней мере мы эти гузла поубивали. Так что я так понимаю, что мы можем со спокойной совестью ехать дальше. Просто я не вижу... А ты кто такой? Я не вижу смысла нам задерживаться. Мы как раз еще за хилочкой сходили. Так, все хорошо. Поехали дальше. Ух. Давайте без... Третий раз тоже будет то же самое, да? То есть по три корня три раза. Такой поступ бесконечный. Чувак признается, что они превратились в раковую опухоль. Там тентакля какая-то. Черт. Блин, я просто стоял и смотрел, как это происходит круто. Вот же ж, блин, дурак. Ладно. Я тут видел. Ну, почти. Ай, блин, да больно же. Они... Что происходит? Там еще есть хилка, если что, и там тоже. А-а-а! Блин, меня это убьет сейчас. Так-то, по-хорошему. По мне что-то целенаправленно стреляет. Блин. А вот сейчас стало резко опасно. Наверное, эту штуку надо было в последнюю очередь разбить. Но, как бы, хорошая мысля-то приходит опосля, правильно? Если я здесь сейчас сдохну, мне же не придется все это вот заново начинать. Я очень на это надеюсь. Пожалуйста. Это было бы отвратительно, честно говоря. Происходит просто какой-то тотальный звездец. Так, бомбы. Еще два гузла. Два гузла, они оба наверху. Черт, значит мне придется лезть в эту фигню. Я не скажу, что я в восторге от того, что происходит. Так, куда? Вот это куда идет? Она идет куда-то. Куда-то сюда. А потом вон туда. Я тебя понял, я не подхожу к тебе, ты нервный.
Да зацепись же, пожалуйста. Но shift у нас, как обычно, же не работает в таких ситуациях, правильно? Так, куда эта кишка дальше идет? Вон туда. Зацепись! Угу, спасибо. Да, ну зацепись же ты! Спасибо. Нет, это его обратный путь. Тут творится. Творится вообще, черт знает что. Надо найти еще два этих чертовых источника. Один вообще куда-то наверх идет, да? Я так понимаю. Я очень за вас рад, блин. Да вон же нам туда! Да сколько их будет, блин? Нет! Да ну нет, дружище! Ну все, это меня здесь убьет сейчас. Да, все. Ну не знаю, ребят. Это такое сборище. Опа, я проснулся прямо здесь, серьезно? Сходу меня начинают бить, конечно. А, нам туда? Туда. Залезь. А, его электричеством надо шарашить, я помню. Но я не хочу. Это два. Най, нет, я не это хотел. Давай, свали отсюда. До свидания. Та-та-та-та-та, давай. Все, чувак, давай, приятно оставаться. Третья осталась. Где третья? Да ну оно с самонаводкой, их уже три стало, какого фига? Их было два. А, окей, я вас понял. Зацепишься? Серьезно, я уже не ожидал от тебя такого шика. Так. Третья фигня осталась. Одна, как обычно, в комнате, одна на виду, третья находится где-то за гранью лета. Ну, все идет сюда, но я, честно говоря, не вижу, где бы оно могло быть. Я бы здоровье взял так по-хорошему. Ладно, ребят, минутку. Мне немножечко напрягает вот это желтое свечение здесь. Обычно вокруг всех этих фиговин желтое свечение. То есть, по идее, оно должно быть где-то здесь. И корень, кстати, тоже в конце концов идет сюда. Так что сейчас посмотрим. О, чувачка немножко расплющило. Ага! Блин, а как это там делалось? Пока! Я вспоминал, как будет топтать. Ай, блин, прилетело, жаль. Да, иди нафиг. Я забыл, а, вон те канистры, все, пойдемте. А, вот, в общем, пока я вспоминал, как будет топтать, потому что я этим не пользовался уже 100-500 лет. На меня просто упала лава и...
Да, круто, короче. До свидания, тварь. Я эти штуки заберу, потому что их немножко порасходовал. Спасибо. Я бы еще, наверное, подлечился бы, но их с ним не буду. Серия получается длинная, но, блин, тут что-то происходит. Я не хочу прям вот так вот обрезать. Тератома. Ого, а ты кто такой? На! Это босс! Привет, чувак! Тома, Тома! Ты серьезно? Ты мне предлагаешь вот эти 100-500 пузыриков у него убивать? Хорошо. Ай, блин, дерьмо демон, успокойся. Хилочку. Да блин! Shift! Shift! Когда я говорю shift, то было бы неплохо shift! Там, блин, нажми! Это было сейчас отвратительно. Он с этим пистолетом, он, короче, с ним возится, и за счет этого. Может ты. Блин, ну от них же не. Фигу вернешься, может. Так. Это на самом деле ни разу не прикольно. Там хилка появилась, я пошел. А то он сейчас здесь делает запретную территорию. Я тебя понял. Все плохо. Так, эту сторону. Нет, 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 что, поплохело что ли? Что я ему должен сделать? Бомбу? Нет, у него язык как этот, ему нужно что-то. Да беги, пожалуйста. Так, вторая стадия, да? Я тебя понял, тут сейчас все загорится нафиг. Или не тут? Я не туда прыгнул! Блин, он каких-то чертей отрыгнул. Хорош меня! Что за нафиг? Валим, 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 валим. Дайте мне хпшку. Спасибо. Блин, она не отобразилась, вы видели? Иди от меня. ХПшка была не отображена. Так, не горит еще ничего? Нет, пока что. А че вы такие жесткие? Где там твои дружки? Иди сюда. Так, тут сейчас все загорится. Блин, моментально убил. Просто моментально убил. Дай. Блин. Че, заново? Блин, босса точно заново. Это печалька. Босса всегда точно заново.
Не, на самом деле он вот он реально даже не кривой, он немножечко сложноватый, да? Оу, мне засчитали первую стадию. Крутяк. Интересно. Все, я уже. Черт, я не долетаю! А, нет, нет, нифига мне не засчитали первую стадию. Я уже тут это губу раскатал на самом деле. А, и он по мне стреляет, это фигня. Кстати, и убьет-то сейчас. Беги, пожалуйста. Он рукой отбивает. Что у тебя за припадок? Все, первую стадию мы быстренько уже проходим, хорошо. Наверное, надо было на самом деле сначала подлечиться, ну ладно. Зачем мне здесь вот эти вот семена, я пока не уверен. Я тебя понял. Так, там все горит. Где эта отрыжка? Блин, как же мне нужна скоростная зарядка. А-а-а, валим. Так, половину хпшки ему. Где? Иди сюда. Блин, эти ребята очень плотные. Да зацепишь ты, пожалуйста. Так. Есть. Вторая стадия закончена. Идем, попробуем еще раз дернуть. Блин, с шифтом проблема огромнейшая просто. Я не знаю, что с этим делать. Он не бежит на шифт. Третья стадия. На третьей мы еще не знаем, что делать, потому что на третьей мы еще не доходили. Блин, тут сейчас тоже все загорится. Он меня от хилок отрезает, если что. Да, эти штуки можно сбивать, оказывается. Я на прошлом уровне, получается, много профукал. F! F! Может, ну этих ребят нафиг?
Нет, не нафиг, я так не вытяну. Мне нужно... Хилка, хилка сейчас будет заблокирована, черт побери. Нет, все, я сдох. Я сдох. Это было сейчас, на мой взгляд, нечестно. То есть он убрал все островки, а осталось это. Черт. Обидно. Да ну нафиг эти ресурсы. Да, я с пол хп пришел сюда. А почему у меня 9 патронов? Блин, это муторно. И третье получается у нас на скорость, что ли? Так, ребят, тогда в чем фишка? Давайте сшибать самые дальние, самые... Нафиг идти. Самые дальние, самые маленькие, что ли? Это не так плохо. Блин, он меня убил просто на первой стадии. Ладно, ребят, сейчас, погодите, вернемся. Фух. Просто стоял и давил последний пузырик. На самом деле прошло еще две попытки или что-то такое с того момента, как мы с вами виделись. Принцип был точно тот же, только третий раз нужно было сделать все быстрее на скорость, потому что потом он начинал топить все эти острова. Ну, вы видели в предыдущих попытках. Сейчас я просто постарался этого не допустить. Здесь нам, кстати, дают эти семечки для... А, это были универсальные семечки с кислотой, с шокофруктом. Почему, когда я говорю шокофрукт, мне почему-то кажется, шоколад, а не шок, но ладно. Все, я забираю эту штуку, чувак, спасибо. Нет! Что, блин? Вы хотите сказать, что это конец игры? Окей, я вас понял. Знаете, с тем количеством смертей, которое у меня было вот за последние 3-4 серии, то, что он нас сожрал в итоге... Ну, типа, ну там распечатают нового меня, который опять сюда придет. Не знаю, зачем было делать такой поворот. Ладно, ребят. По сути, об игре. Игра веселенькая, игра прикольная. Вот. Как бы, ну, в нее стоит поиграть. Она хорошая. Я не могу сказать, что она там плохая или что-то такое. Нет, игра хорошая. Вот. Что плохо? Плохо... Это вот эта вот техническая недоработка уровней, мои личные проблемы. Постоянно с шифтом, то есть тебе нужно бежать с разбегом, ты нажимаешь shift, но разбег не случается, ты просто бежишь и не долетаешь. Во-вторых, когда ты должен зацепиться, ты не зацепляешься. То есть сколько у меня было таких моментов, когда ты вот уже, вот перед тобой что-то, но ты никак не зацепляешься, при этом улетаешь вниз. И все, к черту. Ну, то есть, вы это много раз уже видели. Третье. Когда летаешь на этих канатах, на тросах, на F нажимаешь, тоже постоянно рандом такой. Зацепишься ты или нет? Хотя все это должно срабатывать отлично. Вот. Вот эта вот часть управления и проработка уровней, к сожалению, очень сильно подвели. То есть, мир красивый. Красочный, веселый, вызывает много хороших ощущений, много улыбок, много всякого такого. Сама игра оставляет приятные ощущения, но геймплей из-за вот этой вот кривости, к сожалению, все подпорчивает, если есть такое слово.
Короче, не знаю. Но фишка в том, что, допустим, стал бы я вам рекомендовать эту игру. Ну, смотрите сами. Я не могу дать точного ответа, да или нет, потому что здесь находятся как те факторы, которые за, так те факторы, которые против. И я не могу сказать, что прямо must have или там нет, ни в коем случае не трогайте. Нет. Вот, услышав все, что я сейчас говорю, что это хорошая, классная игра с кривоватым управлением, вы сами для себя решайте, хватит ли у вас нервов на прохождение всего этого. И раз уж на то пошло, я так понимаю, что мы сейчас закончили игру. Но счетчик процентов стоит на 46, стоял, сейчас, наверное, будет стоять на 50, что-то такое. Короче, по сути, это только пол игры. И там есть еще секреты, там есть еще другие места, куда можно сходить. Там было еще порталов 8, которые я не открыл, наверное. Я уже точно не буду говорить, потому что могу ошибиться. Но много было порталов, которые я не открыл, значит, есть еще очень много мест, куда можно сходить. Скажу честно, я уже, наверное, не пойду. То есть вот сейчас мы с вами закончим запись, я в эту игру не буду продолжать играть, потому что это кривое управление довольно сильно подшатало мои нервы. Вот. Но если бы там, например, передохнуть и через некоторое время попробовать опять вспомнить, как оно было, возможно, да. Еще что? Есть вот эти вот рекламы, есть вот эти вот видео, и все это снято в юморной манере, но опять же, как я вам раньше говорил, это немножечко не мой тип юмора. О, привет. Минуточку, вот эта штука на первом этаже, это задница этого чувака? I understand if your recent experiences make you feel, unclean, but I would remind you of significant bonuses if you complete your work before returning to Earth. That last thing, it looked kind of like the mystery meat inside a dim sum. Blech. I bet you think you're done. You killed that thing, but you're not. Well, you could be if you refueled the javelin. Kindred still has some glorious video rewards waiting if you completely and utterly finish your remaining tasks before going home. While there's nothing in the world I would like more than to launch this craft back to Earth so you could rejoin your loved ones, should you have any, this remains impossible until you find a suitable fuel source on the planet. Ага, то есть игра у нас... Заткнись. На самом деле, после того, как ты вздыхаешь столько раз и каждый раз проходишь, тут начинают играть те рекламы, вместо улыбок эти рекламы начинают вызывать дичайшее раздражение. И игра получается у нас с двойным дном, то есть есть основная сюжетная кампания, когда ты убиваешь этого чувака, а типа, если ты выполнишь все, что есть на этой планете, то ты сможешь улететь домой. На мой взгляд, это неправильно. То есть... Я же вам говорил, что я сейчас и не сейчас, и вообще я не буду продолжать выполнять дальше. То есть я считаю, что игра пройдена, и было бы честно со стороны разработчиков игры дать мне сейчас улететь, но игра такая говорит, мол, не, чувак, ты... Пока ты полностью не зачистишь эту планету, то есть не найдешь источник топлива, как они тут выражаются, то ты никуда не улетишь. Вот это сейчас немножечко разочарование. Да? Ладно, немножечко, это сильно разочарование. Я думал, что... Ну ладно бы нас сожрали, на этом закончилось. Но раз уж такой поворот, что нас выкикали с другой стороны, и мы живы, и мы притащили эту штуку сюда, это же и должен был быть тот самый источник топлива. Вот на самом деле сейчас я больше даже расстроен, чем когда я победил. Когда я победил босса, я не был расстроен, просто у меня были определенные отрицательные эмоции, а сейчас я прям расстроен, это очень жаль. Ладно, ребят, сегодня серия получилась просто огромнейшая, но... Видимо, она будет последней по этой игре, поэтому спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих играх, в следующих проектах. Всем удачи, добра, бобра.
Всем оладушек, всем покеда.